Здравствуйте. Сегодня прекрасное утро, прекрасное настроение. Хочется сегодня рассказать про такую интересную тему, как форматы записи. То есть 2К, 4К, Full HD, Ultra HD, чтобы внести ясность в те понятия, которые есть и существуют на сегодняшний день. Потому что встречаешь очень много людей, которые апеллируют этими понятиями, такими как 4К, 2К. На самом деле люди не очень понимают, что же это такое. Итак, на сегодняшний день существует несколько форматов. Мы привыкли к формату Full HD, который на сегодняшний день практически распространен, ну, в 99% случаев. И очень бурно развивается формат 4К. Но при этом есть еще формат Ultra HD. То есть, если вы приходите в магазин и смотрите на телевизор, там написано 4К Ultra HD. Итак, разберемся, в чем же разница. Смотрим на схему. На этой схеме обозначен первый маленький квадрат Full HD. Размерность его 1920 на 1080. И формат его 16 на 9. Это к тому, чему мы привыкли. То есть форматы наших телевизоров и форматы компьютеров, мониторов, даже телефонов часто делают именно 16 на 9. Это и есть Full HD. И как теперь из этого Full HD получается у нас формат 2К? Чем же он отличается? Смотрим на второй прямоугольник. То есть высота нашего прямоугольника остается та же самая, а длина увеличивается на одну единичку, и его формат становится 2048 на 1080. И получается, что мы получили формат 2К. И его размерность, соотношение, точнее, сторон, 17 на 9. Когда мы смотрели телевизор раньше, то мы все замечали полосочку внизу черную, и полосочку внизу, вверху черную. Вот это и есть формат 2К. Сейчас в телевизорах этой полосочки нет, потому что телевизор у нас переводит изображение в Full HD и дает автоматически картинку полноценную. Если же формат фильма идет в 2К, то мы правую и левую сторону увидим в обрезанном, точнее, в усеченном виде. Итак, дальше разбираемся, что же такое Ultra HD и что же такое 4К. Ultra HD, размерность, соотношение сторон 16 на 9, размерность экрана 3840 на 2160. А 4К, мы опять смотрим, у нас соотношение сторон изменилось, получилось 17 на 9, то есть экран растянулся у нас вправо и влево. Мы получаем размерность 4096 на 2160. Вот в чем разница. То есть разница в соотношении сторон. Для чего же существуют форматы 4К, Ultra HD, Full HD или 2К? Все очень просто. Мы все ходим в кинотеатр и смотрим на экране. Экран кинотеатра имеет соотношение сторон 17 на 9. А также экран проектора тоже имеет соотношение сторон 17 на 9. Для этого используются как раз форматы 4К и 2К. Если же мы это все смотрим на телевизоре в формате 4К, соответственно, мы должны на телевизоре увидеть полоску, либо усечение экрана справа и слева. Еще раз повторю. Значит, соотношение сторон при форматах Ultra HD и Full HD 16 на 9. При форматах 2К и 4К соотношение сторон 17 на 9. Пользуйтесь правильной информацией. Снимайте красиво, снимайте в 4К, снимайте в 2К. Пробуйте, монтируйте. И пусть ваше видео будет еще лучше, еще краше и еще больше по размеру. Если вам понравилась информация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вам большое и до свидания.
И еще один интересный момент, о котором забыл упомянуть, но очень хочу рассказать. Для любителей снимать в 4К под водой. Есть интересный момент. Когда мы снимаем в режиме Full HD обычной видеокамеры, мы видим, что у нас под водой много-много взвеси. И эта взвесь попадает к нам в экран. Мы очень много видим маленьких частиц. Не забудьте про момент, когда вы начнете снимать в формате Ultra HD, либо 4К, что взвесь у вас никуда не денется. И количество этой взвеси на экране увеличится как минимум вдвое. Поэтому съемки в 4К лучше проводить в воде с хорошей прозрачностью. Если прозрачности такой нет, будьте готовы к тому, что на экране будет большое количество мусора. Спасибо вам большое. Снимайте красиво. До свидания.